Смотри, где мы? Вау. Не знаешь? Очень красиво. Понял. Так и где? А, да, красиво. Смотри, меч сломали одного слева. Ага, может он такой и был изначально. А, кстати, да. Типа его бьют, но он впал. Он впал в бою. Соловей, да. Где мы? Мы в Кремле, в Детинце. Вон Иван Грозный, смотри. Угу. Царская морда. Царская морда. Мне так нравится внизу, смотри, в перемешку. Какие-то мужики, попы, тысячелетние. А потом он, император, сидит. Такой, ага. Тоже так все в перемешку, смотри. Пошли дальше. Ну, Петр, конечно, крутой. Двухметровый был, великанный. Да? Угу. Смотри, как символично. Видишь, это какой-то мусульманин. Угу. И вот полумесяц у него у ног Ивана Грозного. Иван Грозный же в Казани же взял. Угу. И там... Астрахань не брал. Шпака не брал. Да-да-да. И вот он, видишь, это типа покорение вот мусульманского этого ига, который был на Руси. А это эти, как его, ливонские рыцари вот слева от него, со слоном мечом. Это же Иван Грозный всем пизды дал. И мусульманам, и это... Ты что, на видео снимаешь? Да. Я с опытом говорю, чтобы не попало. А вон он опять сидит, Иван. Слышишь, на самом деле вот этот памятник стал бы украшением и Москвы, и Питера. Да. А в Киеве даже рядом таких памятников нет. А вон смотри, этот чурбан какой-то тоже лежит, кто-то на него наступил. Короче, все, кто стоят, это наши императоры, да, наши. А, это Александр Невский, скорее всего. Хотя нет, это слишком у него уже более современная такая одежда. Ну, это же чурка какой-то лежит явно, да? Ну да. Это я скажу. А, вон Александр Невский, наверное. Ага. Более древнее. А это какой-то более современный такой князь. Кого-то тоже. Тут, это, наверное, крымские татары. Ну, кто еще такие? И он, видишь, тоже отобрал у него этот полумесяц. Сказал, дай сюда эту палку. Я на тебя. Блин, офигенный памятник вообще. Красивый. Надо было подмазаться в той экскурсии, чтобы нам рассказали. Давай возьмем экскурсию, если я по Кремлю. Да у нас времени нет. Она за нами бегать не успеет. Тут еще где-то, а вот это Александр Невский, скорее всего, который этих там шведов всех распаяли. У него даже ноги в рыбьей чешуе. Он рыба, что ли? Просто такую чешую раньше делали. Попов что-то дохренал тут внизу. И вон, а вот это, короче, тоже какой-то царь, который, наверное, с крестом, это тогда, наверное, в Владимир, да? Который крестил. Так, а младенца чем? А, ну да. Который принес этот. Угу, религию. Религию, крестьянство. А что там, интересно, лежит? Типа идол какой-то, он на него ногой стоит. А, да, идол, он кусок, видишь, идола? Ага. У мужика в руках. А мужик такой, да нахуя ж ты, блядь? Ну мы же вроде как, да пусть осталось, блядь. Это нахуй, все, другая религия. Давай ребенка, вот, блядь. Все? А вон Пушкин. АЭС? Нет, это не Пушкин. Где там Пушкин? Не вижу Пушкина. Я тоже. Ну, по-любому должен быть Пушкин.